Дорогие астраханцы, совсем скоро наступит самый теплый, самый любимый всеми семейный праздник. Собравшись у домашнего очага или в шумной компании, мы будем оценивать пройденное и строить планы на будущее. Мы достойно прожили уходящий год. Он стал годом испытаний и непростых решений. Но в то же время он помог нам сплотиться. Он еще раз показал, если мы вместе, мы способны решить любую задачу. Особые слова признательности и поздравления тем, кто сегодня защищает нашу Родину с оружием в руках. Хочу пожелать вам встретить следующий новогодний праздник дома. А родителям, женам и детям наших героев желаю как можно быстрее дождаться их возвращения. Астраханцам есть чем гордиться в 2022 году. Десятки километров отремонтированных дорог, тысячи квадратных метров жилья, миллионы тонн продукции сельского хозяйства, достижения в образовании, здравоохранении, культуре – это результат ежедневного кропотливого труда каждого астраханца и залог развития региона в будущем. У России особый путь, а у Астраханской области свое, особое место, особая роль на южных рубежах страны. Я хочу поблагодарить каждого из вас за все доброе, что сделано в минувшем году. На рабочем месте, в добровольческом движении, за школьной партой. Каждый на своем месте старался для общего блага. А все мы, астраханцы, делаем все для процветания нашей великой России. Дорогие друзья, хочу пожелать добра, здоровья и благополучия каждому из вас. С Новым годом!